Смертельное ДТП произошло сегодня на Казанском проспекте напротив гипермаркета «Эссен». Все началось с мелкой аварии в районе полудня. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Ниссан Мурана». Водители обеих машин вышли, чтобы осмотреть повреждения и выставить аварийный знак. Последний мог бы предотвратить трагедию, но установить этот знак не успели. Стоящий позади «Лады Ниссан» въехала «Газель», а между легковыми автомобилями как раз в этот момент находился один из водителей. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина 1973 года рождения, скончался на месте происшествия, который в момент ДТП находился между автомобилем «Ниссан Мурана» и «Лада Ларгус». На место аварии оперативно выехали инспекторы ГИБДД, следователи и медики. Но полученные 44-летним мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью. О случившемся также сообщили родственникам погибшего. Что касается водителя «Газели», то, по его словам, он не успел среагировать и перестроиться на другую полосу. Я развернулся, повернул, ехал сюда по на «Газели», правой, да? полосе, на «Газели». Передо мной была машина еще, она резко ушла налево. А я не успел, тут смотрю, да, повидать было.